Почку, девочку, когда соберешь как-нибудь с модом на Fallage? Не знаю, без двор. С модом на Fallage, когда это будет? Ванилу, ванила возможно, типа, сейчас еще Максима забайтить, и вообще, вероятно, будет хуя. Ну хуя, опять же, это же не для всех. Ух ты, блин. Ух ты, блядь. Сейчас мы сделаем грязь. А ебать я времени, кстати, дохуя дал. На проход. Отправляйся в ад, блядь. Сука, ветер был не в мою сторону. Хоть 60 секунд спидран, но зато вода за 5 минут начнет. Так что нормально. ETS в VR с рулем, наверное, очень классно. Ты еще знаешь код? Ты еще играй по самому реалистичному управлению. Мне кажется, это вообще кайф, когда нужно сцепление поджимать. Просто, допустим, Максим играет без сцепления. А какой смысл брать, типа, руль? Если у тебя там, ну, если ты сцепление не пользуешься, не переключаешь. У тебя же есть переключалка? Селектор. Я играл на сцеплении, очень кайфово. Тогда в этом есть вся соль, мне кажется. Мне кажется, в этом вообще весь смысл. Бля, вот руль есть, где VR по дешевке надыбать? Не знаю. Где надыбать VR по дешевке? Мне вообще VR не нужен. Типа, пока я живу с родителями, он нахуй не наздался. Я не вижу в нем смысла вообще никакого. У кого такая топовая команда? Там где Бакардусик? А я не знаю, кто зеленый был. Бакардусик. Тут надо гроши собирать постоянно. Если не выжить сцепу, тачка как в реале глохнет. У кота надо спросить. Если, ну да, не выжить сцепление, а бросить его нахуй без газа, тачка заглохнет в ETS. Не, в ETS я, кстати, не знаю, насколько там вот такая симуляция реализована. Да, заглохнет. А, круто. Ну это круто, конечно, да, это клево. Не думал себе руль купить, может это гонка паковать будет. Нет, не думал, зачем. Есть вещи лучше, типа руля, блять. Вот я себе PlayStation купил. Почти. Когда будет у меня, тогда уже, да, можно будет сказать, купил. И здесь руля обратная отдача работает. Когда стукаешься об отбойник, руль стукает как тварь. Жестко, жестко. Мне нужно... А, я сейчас устрою, блять. Нет, не устрою, я супер трах. Блять, а тут же все кончается, черт побери. Надо как-то так дать вялого. Вот так вот, да. Бля, ну почти. А когда завел трак, то руль слегка вибрирует. Ну типа вибрация, как в ВРЛ, да? Хотя там такие траки, вы знаете, что там вибрации на руле вообще, наверное, не чувствуется, блядь. Бля, кстати, пацаны, а в чем дело, допустим, когда тачка работает на маленьких оборотах и у нее очень сильно потрясывает, типа, двигатель? Это свечи, да?
Я сегодня, короче, катался, когда я в один момент выключил климат-контроль. Это не прогрет. Или катушка зажигания. У тебя просто непосредственный спрыск, у меня тоже такое на 2.0 TFSI. Блять, у меня просто начало, когда так, сука, ее ебашит, я открываю капот, смотрю, у меня двигатель просто трясется вот так, бедняга, блять. Я думаю, что с тобой, думаю, ебаный в рот. Ты что меня пугаешь? Но при этом все хорошо, никаких ошибок, ничего нету. Нет, попробую щетки поменять на генераторе. Может, подушка сдохла? Подушка чего? Плохой топляк, блять. У меня сотый бензин залит, блять. Не, у меня даже такое на новой тачке было, я думал, это кратковременно. Включить-выключить? Не, не пробовал. Подушка двигателя. Бля, нет, я не смотрел. Сотый в гольф, кого? Ничего, блять. Я думал, блять, все TFSI нуждаются в сотом бензине, я уже тысячу раз говорил. Тебе, блять, любая ваговская машина только спасибо за это скажет. Почему не до 105? Потому что я забочусь о своей машине. И питаю, и кормлю ее только лучшим, что есть на рынке. У меня 1.2 движок. Скорее всего, на холостых трейд двигатель. Да я тоже думаю, почему-то, блять, может, свечи? У меня уже 29 тысяч, пора свечи бы поменять. Бля, надо на диагностику просто съездить, блядь. У нас просто в Усинске такие спецы, вы знаете. Ебать их в рот, вот что я скажу. Так, ебать, вот эти вот там голубки сидят. Пора сделать бум. Да, надо, блин, просто на диагностику хотя бы съездить и все. А я... У нас на рандоме челы залетают. Блять. Блять, я вообще не то хотел сделать. Травит на холодном или на горячем? Наверное, на горячем, на горячем. У меня просто очень-очень маленькие обороты. То есть прям вообще... Когда она, блядь, холодная, она на высоких оборотах, ее не, она не поддергивает. И это вот после выключения климат-контроля почему-то. У меня Polar Rapid, у меня Golf. С учетом размера года, если эти спецы что-то не так точка сделают, ты довольно быстро найдешь и предъявишь. Ну да, это да. Да как же, а челы как-то зашли, Корлеон, ты что гонишь? Челы-то зашли? Просто места нету. Быстро замирают, забирают. Фу ты, ёб твою мать. Положи аккуратно руку на генератор, может, муфту на нем того. Да надо будет съездить, блядь, на диагностику. Полную. И я думаю, там все скроется. Ого, блядь. Ебать, он сейчас там, да, заберет делов. Было бы, может, команда из 4 человек, каждый своего червя. Да, было бы жестко. А мы сейчас потонем все нахуй, если не начнем придумывать что-то. Две золотушки. Игры так бывал. Я бывал в Нижнем Новгороде, в Самаре, в Казани так, проездиком.
из больших городов. Москва, Петербург. Больше не был. В Сибири не был. Ебать, сейчас будет мега-бум, походу. Я думаю, у тебя свечи на горячее. Я тоже почему-то думаю, что это, сука, свечи. Уже время у них подошло, типа, у меня почти 30 тысяч. Свечи столько и ходят. Плюс тачка 2014 года, в ней ни разу ничего не менялось. Как здесь Самара, отстой. Бля, деревня пиздец. Даже Нижний Новгород лучше, чем Самара. Мне понравилось больше всего в Петербурге. Если это после выключения климата, то это обычно нормальный провал оборотов. Попробуй после выключения климата подождать. Если не выйдет нормальный оборот, и газони немного. Если будет норм, значит, есть какая-то проблема, которая мешает выйти на нормальные обороты. Хуй его знает. Надо на диагностику просто съездить. Слушай, я... У меня вот кореш недавно в Fit ездил. У нас тут Fit-сервис есть такой, знаете. Вот. И он там делал диагностику. В принципе, там было все ок по диагностике. Ему там продиагностировали. Блять. Да сукин ты рот, блять. Ничего не сделать. Бакардоса застрелю нахуй. Ничего не сделаешь. Свечи лучше меня раньше не гламерты. Да, да, я в курсе, бля, надо еще выбрать их. Здесь еще оригинальные стоят, которые, это, наверное, стоят, ебать его в рот. Какие траты, блядь. Еще масло, я посмотрел, сколько масла сейчас стоит. Я думаю, блядь, за что, я не... Может не менять его нахуй. А надо. Почему? Цена 1000 рублей за единицу, наверное, нет? Там 4 свечи, допустим. Или похуй, какие свечи ставить. Я бы лучше оригинал, наверное, туда всовывал. Или я что-то путаю. Бля, я что-то смотрел, что-то ваговские свечи 980 рублей вроде стоили. За единицу, за одну штучку. Ездил я тут в фит-сервис на смотр подвески. Так вместо 30 км провел 2,5 часа. Так вес как все вареные. А такси в Октане, там запись на 2 недели. Ну я знаю, я в Октане уже тоже масло менял. Да, да, мне тоже Октан в принципе нравится. А в фит-сервисе, да, там пиздец. У меня чел тоже, мы с другом тоже приехали. 3 часа мы провели, блять. Это очень все долго. Пиздец как. А, свечи продаются пачками по 4 штуки. А, блядь. Это значит, они 1000, наверное, стоили, блядь. За 4 штуки, а я думал за одну. Тогда это хуйня, можно еще купить. Наверное, закажу. Я еще хочу купить топливную присадку. Потому что топливный фильтр в гольфе не съемный. То есть он в сборе идет с этим, с топливным насосом. Поэтому... Я его, я думаю, еще ни разу никто не чистил. И там ВАК предлагает топливную присадочку. Типа в бак ее заливаешь, потом бензином и все. И у тебя типа прочистился. Свечки по одному продают. А у меня один червь остался? А нет, ну там все уже по съебам дали. Вот один червь у меня. Давай, давай. Блять. Бля, я тебя достану, ебать. Бля, сейчас надо сделать красиво.
сука. Двадцать секунд. Вот так вот, да. Я же сказал, что я тебя достану, блять. Обычно за новую машину я бы добавил на свечи 50к, ибо двигатель требует качественных свечей. Это же не тазики, где 4 свечи можно купить за 1000. Ну да, так надо оригинально ставить, по-любому. У меня получилось это сделать. У меня получилось. Затопленный фильтр не парься. Нужно же его почистить. Да там эта присадка что-то стоила. Ебать. Что-то она стоила 1200, что ли. Ее просто на бак наливаешь и все. То есть присадка и полный бак. И все. Масло хочу. Короче, масло я лил, типа, знаете, Long Life 5W30. Его сейчас уже не делают. Я думаю перейти на Liqui Moly. Не знаю, у меня что-то, когда в офисе на работе мужика Audi, он ездил-то на 4. Вот он про Liqui Moly не рассказывал, такое пиздатое, блять, масло, как ВАК его вообще любит. Не знаю. Вот и думаю теперь, может Liqui Moly реально? У меня Манол... Модибден. Много подделки, блядь. Так сейчас там есть... Ебать, а какое сейчас масло не подделывают? Сейчас очень много контрафактного масла. Liqui Moly это Германия, если я не ошибаюсь. Блядь, съебаться бы. Нет, у меня червь, кстати, потонул. Вот это, у меня 5 хп осталось. О, сейчас там друзья, блять. Он сейчас друзьяшкам привет передаст. Ха-ха! Домашние. Лукойл оригинал, потому что нахуй никому не нужна. Да. Ваговская у дилера. Бля, у меня ближайший дилер, ебать. Живет, хуй его знает где, блять. В Сыктывкар надо ехать. К ближайшему дилеру. Сейчас крыса войны, кстати, начнутся. А, я, кстати, могу тоже ребятушкам приветик передать чуть позже. У Liqui Moly тоже вроде защитный код. У Вага защитный код. Типа я вот сейчас, который это вливал, там тоже был защитный код. На молодежные детали продают оригинал. У меня вот это вот ваговская 5W30 тоже было куплено в Усинске. Оно было оригинал, потому что я его пробивал по кодам на сайте ваговском. Оно пробивалось. Как сейчас у меня ж масло? Раз в 7500 километров собираюсь. Ну вообще раз в 7. У меня сейчас 29800 на 31000 я собираюсь поменять. Как раз где-то уже это будет ближе к зиме, потому что я сейчас практически не езжу никуда. Ну к зиме хочу поменять. Хочу более высоковязкое, чтобы... Зимой можно было заводиться без страха. Да, к дилеру ехать, это зимы ждать. Я бы реально, типа, съездил бы к дилеру и поменял бы все. Потому что у меня по подвеске есть вопрос. У меня там, как старые матрасы, она, блядь, скрипит с правой стороны. На лежачих. Вот. Я уже рассказывал. Я шел 5W3 залил, пока что норм. Вот Shell, кстати, тоже пиздец любит подделывать. У меня вообще на шильдике, типа, знаете, на... Там, где масло, знаешь, написано Castrol, ебать. Но говорят, Castrol это очень плохое масло. Хуй знает. Не шарю. Дилер же карман расширяет. 800 километров до дилера, да-да. Ебать, подождите. У меня 20 монет, твою мать. Ладно. Оно будет его стоить? Да по-любому.
Пусковой подогреватель? Неа, у меня же бензиновая тачка. Я, блядь, в минус 36 ее заводил с полтычка, нахуй, куда мне надо было ехать. Она у меня без проблем завелась. Ладно, я спать. Доброй ночи, Невер. Давай, пока. Я знаю, да, вот еще. Вак сейчас делает на Лукойле, блядь, оригинал. Это странно, блядь. То, что мне тоже, то, что подкрыто для меня такой же тайной, что Вак начал у Лукойла, типа, делать. Бля, ну сейчас надо будет сделать грязь жесткую. Только как ее сделать? Да, у меня 5 хп. У меня есть 4 джетпака. Если я... Так, здесь я никак не пролечу. Блять, у меня и монет нет. Мне нужна секундная граната. И пробить себе пробоину сделать. Да, сука, не получилось пробоину сделать. Не, ну по сути, если часто менять, можно вообще Лукойл лить, блять, каждые 4000 менять, блять. И пох будет. Просто тут оно дешевле. Раньше, когда оно с гимнанием было, стоило по 5к за 5 литров. Да-да. Да-да. Это факт. Так они наши масла покупают, свои присадки добавляют и обратно продают. Вот я не знаю, вот я все-таки ликвимоли думаю. 0v40, типа, может взять. Попробовать. Хотя у меня на 5v30 постоянно машина была. Но я посмотрел, что происходит зимой с 5v30. Вы знаете, там состояние масла просто пиздец. Типа, оно как солидол. Попри по твоему вину свечи. Цена от 300 рублей выше. Блять, скиньте, пожалуйста, ссылку, ебать. Оригинального вага не купить. Хотя, ну может, я лучше ликвимоли думаю, вот насчет масла. Дорогой, не берись, риск, что подделка. Как думаешь, если учиться водить, то сейчас мне 24, может будет научиться и позже, когда реально нужно будет. Конечно, лол, блядь. Бля, можно попробовать одну приколямбу? Приколямбулу? Я должен долететь. А, подождите, я же дальше могу идти, лол. Бля, Вакеку надо выбирать. Водить легко. Да, нужно привыкнуть, дело привычки. Дайте человеку пермит, кстати, да. А лучше скинь мне ее куда-нибудь в ВК, блин, чтобы я ее не просрал. А не на Твиче. Или в Дискорд. Блядь, ебать, он сейчас сам себя похоронит. Блядь. Бля, Вакек. Ну, сука, приколись, ебать. Ебать, это же было очевидно, блядь. Блядь, актерище, просто пиздец. Это, блядь, просто рофл. Это, блядь, просто рофл. Ну тут мне, походу, Габелла дробовик купил. Похоронит меня сейчас. Да.
Во, мне скинули. Еще дальше. Может, карта нормальная заролит? Что там за свечи? Я, может, их даже сегодня и закажу. Бля, свечи же менять вообще секундное дело, да? Пуль там их выкрутил, блядь, новые закрутил и все. Да, ну я знаю, что ключ нужен, конечно. Я ж My Summer Car играл. Бля, надо будет My Summer Car еще поиграть. Бля, с телефона не открывается. Если у тебя рядный мотор, ебал их менять на V6 Mondeo. У меня-то рядный вроде бы. Ух, ебать, эта месть будет пиздец. Свечи менять минут 20, но капот лучше сразу не открывать. А, сразу не закрывать, это мало ли. Так. Блять. Чел. Я, блин, знаешь, что сделаю? Вот я не умею кидать гранаты, но это я должен попасть. 3 секунды, она должна отправить его в небытие. 3, 2, 1, блять. Ну, в небытие, а, или покатится? Там, кстати, мой червяк чуть нахуй не улетел, да. Угол затяжки уже правильный, если есть динамометрический ключ, можешь сам заменить. Нет у меня такого. Нету такого. Сколько градусов затяжки, если еще будет написано на упаковке. Да лучше, короче, в сервисе поменять, пускай, блядь. Затягивал на глаз. Апчу. Апчу. Come on, bro. Come on, bro. 738 подписчиков. Охуеть. Жесть. А представьте, если у меня было столько сабов, это когда они были по 5 баксов, ебать. Вот это было бы сильно. Доброй ночи, завтра будешь стримить? Привет. Ой, блять, пока. Завтра, не знаю, старичок. Не знаю. По состоянию. Там, короче, нужно сделать свечу до упора. Еще какое-то определенное усилие сделать. Без спецключа не сделать, понятно. Семьсот тридцать восемь, да. У графона вроде 1000. Спасибо. Да я выздоровлю, конечно. Конечно, выздоровлю. Да, я денусь. Не видел ни одного сервиса, в котором свечи динамическим ключом закручивали. Везде обычной трещоткой. Ну вот. Не, Doom Eternal, не, мискабы. Стейка бы сейчас, блин. Такого, с овощами. Чтоб мяса было много. И никакого жира. Было бы шо, здорово. Стейк без жира, конечно. Чисто мясное. Говяжий такой, блядь. Здоровый, как ебаный в рот.
Надо не допускать ошибки. Два сверху. Неплохо. Хейтер, нормально, Квиндаши, потерпишь. Потерпишь. У меня тоже обороты плавали, через некоторое время, если не выровняться, то надо причину искать. Они у меня не плавают. У меня они просто очень низкие. Может, это нормально, ебать? Это сколько, ебать? Бля, я не знаю, там вообще... Они очень маленькие. Я не помню. Дроссель? Нет, не проверял. Бля, надо будет выйти, вам видос просто снять. Чтобы вы поняли, о чем я. Я думаю, что-то свечи. Начал бы с них. А воздушный фильтр раз сколько тысяч километров меняется? Мотор-то, блядь, просто его колбасит, блядь, пиздец, типа. А так он-то вроде нормально работает. Собрался клуб, да. Просто прям сегодня так... Я смотрю, блядь, его просто ебашит там в разные стороны, блядь. Думаю, ты чё, старик? Что с тобой происходит? Мне так гадать, как на кофейной гуще. А, реально? Что за машина? Да гольф у меня, Volkswagen Golf. Среднее состояние силиконовых наконечников катушек. Бля, да тут надо в сервис, короче, ехать, и пускай они смотрят. Сейчас жути мне нагонись, ебать. Да, масло плюс воздух меняет вместе у вагон. Нихуя. Я последний раз менял масло, но воздух не менял. Первое, что думаю, свечи, второе зажигание, возможно, тянул на подушку. Дигзелен проебашил бы во время езды, хоть и не так жестко. Ну тут, блять. Бакарде полоебать. Блять, не справился. Я чем мотор за городом на расстоянии. Профессиональная гадалка автослесарь. Скину сейчас мой PayPal, прими оплату биткоинами. У меня нет биткоина. По регламенту надо вместе. Блять, вот сука. Я двигатель сущности в виде гномика. При этом чека не было. Ни разу. У меня был момент, типа, у меня, знаете, чек загорелся и погас нахуй. Когда вот... Первый раз такая вибрация была, когда я еще на работу ездил, каждый день на тачке я эксплуатировал. Там был момент, у меня, блядь, загорелся ебаный чек на секунду, блядь, помигал и пропал. И тогда такие же вибрации были, а сейчас вибрировало без чека. Пропуск зажигания, возможно. Бля, чем это лечится? Если тянет на холодную, норм все, то с мозгами беда. Что у тебя с машиной? Да нормально все, сегодня просто она на низких оборотах, блядь, двигатель завибрировал странно после выключения кондиционера. В электронике или в мозгах? Шок, блять. Шок.
А еще, если тачка подергивается, типа так, типа, знаете, я вот сегодня не, как-то было тот же момент, я думаю, что это свечи. Я выезжал, и на второй я ехал, типа, я же смотрю, какие-то у меня передачи сейчас. Я на второй ехал, держал педаль в одном положении, у меня просто тачка начала дергать. Это, может, свечи все-таки? Я давно уже, сука, на них грешу. Нужно проверять на месте. Да, надо к диагностам, короче, ехать в пизду. Запишусь завтра, наверное. На ближайшее время. Если кто-то может, если кто-то ливнет, то да, наверное, может залететь. Это свечи. Я вот тоже почему думаю, что это, сука, свечи эти вонючие. И фильтр надо и воздушный еще заказать. Круто же, что расстреливают. Я двигатель ни разу не мыл, блядь. Слава богу. Я должен, блядь, залететь. Блядь, ну... Сука, второй раз. Привет, легалайз. Как жизнь, как здоровье. Ну, улучшение это вроде есть, но... Да. Поменяй провода и свечи. Какие провода? Я что, ебу, что ли? Не знаю. Не поймешь. Я, наверное, скоро буду заканчивать, ребята, я пойду спать. Потому что я сегодня нихуя не выспался. Мыть движок нахуй не надо. Зачем его мыть? Чем закончился раунд в СС-ке? Шаттлом? А, высоковольтные провода они называются. И провода, что к свечам приходят. Ну, про техосмотр, когда у тебя сыпется поддон, блядь. У меня музыка кончилась, кстати. Полетел за заданием, ебать. Синдикат, ну да, вроде двоих убили, но не знаю сколько. А, их было трое, да-да, всех трейтеров в итоге, да, победили. Пекарь, так а что, что там пишешь? Что такая, какая проблема? Провода? В башке, а. И что именно там в башке? Бля, башка же дорого стоит, ебать ее в рот. Это пиздец. Я просто не хочу, блять, тратить деньги на тачку, у меня вообще это не входит, блядь, в мои планы. Типа, знаете, я и так, блядь, трачу на бензин, там, на масло, ну, такие расходники. А что-то еще, это уже вообще не хочется. А, надо прошить и все. Поменяешь свечи, скинешь клемму аккум, чтобы мозги делали калибровку, и твоя проблема уйдет. Ну, бля, у меня 29 800 километров пробега, блин. Катушка 2500. Ну да, еще, ну это ладно, 2500 это хуйня еще. О, вкусно. То, что помигал человек, было рандомно. Блять, заебал ты Квиндаша, нахуй. Потом не говори, что я твой хейтер, блять. Бля, вот там, сука... Ладно, не допустить ошибок, ебать, прошлого.
Ладно, допустить. Блять, он не стрелял. Я хотел, сука, как Индиана Джонс. Кстати, тоже расходник, если свечи справа не уйдет, то хотя бы свечи скучишь, легче будет. Да-да-да. Бля, ну сколько можем ошибаться, сука, на одном и том же месте, черт возьми. У меня мигал человек на старой машине, мигал два раза в месяц, потом сам себе прошел. Так это же вообще, это просто здорово, что он проходит, он мигает, а потом уходит. Это может быть все что угодно, от порванной трубки до мозгов, тебе в чате полмашины принять сейчас. А может это норма, блять? Ну нет, ну потрясывает, типа, двигатель, я это чувствую. Что его потрясывает. Полетели, ебать. И мои тоже. А мои, походу, не полетели. Зайти на дроп, почти чёстко проблему, знак не решили. Надо быть, да? Бакардепола, Багардачок, Бакардевич, фанат. Фанат Бакарди. Ты что снял? Они все вообще... А у тебя какая машина? Hell Risky. Какая у тебя тачка? Бля, я сейчас после стрима куплю свечи, блять. И воздушный фильтр, и сразу его поменяю. Бля, еще бы масло купить. Есть канал Эльдар Тавро, там он гольф хотел купить. Глянь ту серию, поймешь, о чем говорю про свечи. Подсос воздуха, провода. Эльдар автоподбор. Я смотрел его ролики. Да ты сначала посмотри свечи, может, не заебись. Надо, ну, надо диагностику, конечно. Но почему не заебись? За 30 тысяч-то им уже... Будет плохо, наверное. За 30 тысяч. Ой-ой-ой-ой-ой. Это все мне? Ладно, безошибочно. А хотя, блядь, что тут ошибаться, ебать. Блять, челы, сука, я вас... Ой, блять, спасибо, водичка. Ну я же не могу заливаться постоянно. Почему, сука, я... В прошлый раз у меня все получилось, а сейчас я не могу нихуя сделать. Пиздец, просто я эту катку просто просидел, блять, АФК. Рекомендую ставить новые расходники раз 30 тысяч километров. Пробега для платиновых и... Иридиевых свечей. Каких иридиевых? Раз в 90-20 тысяч километров. Ебать. Ну, я не думаю, что в Volkswagen Golf, блядь, стоят платиновые свечи. У меня Nissan Tiide, Mercedes-Benz 315 CDI Sprinter. Блядь, сам себя переигрываю в этой игре. Просто нихуя можно делать, просто сам себя переиграешь. Ебать, там можно замес устроить конкретизированный. Очень веселый. TFSI это современный движок очень. Ну да. Я в курсе. Как раз платиновый. Иди в основном на спорткачках. Блять. Я все сделал, притащил его, когда убежал желтого нахуй уже. Я пытаюсь. Ты видишь, что я сам себя переигрываю?
Ту-дун. Ту-ту-ту-дун. Поэтому цена у них однако за одну штуку. О, господи. Господи боже. Я тебе поменял на 3.2 V6. 1200 за штуку. Для начала, значит, понадобится диагностика, это верно. Чтобы понять, что нужно заменить. Что, зачем, почему и когда. Бам, нахуй. Бам, нахуй. Ёбаный в рот, бада стонет, блять. У меня, если что, Golf R32. R32? Что такое? Я знаю, есть Golf R, типа, а 32, что такое 32? Да, на полном приводе. Так любая R-ка на полном приводе, разве нет? Или я чего-то нахуй не знаю? Ебать, бадас. Последний бой. Какого черта, блядь? А, я забыл, как сбрасывать. А похуй. А бобус. А, R32 это потому что мотор 3.2. Бля, ебать, наверное, он летает, ебать, этот гольф, блядь, терка. Ну-ка, поменяй расходник, посмотри, как будет дальше себя вести. Будет. В любом случае, если ты расходник поменял. Да, я бы так и так их поменял, это факт. Не, ну свечи, я считаю, надо поменять. Типа, 30-ка подошла, лучше заменить их. В пизду, там они хорошие, нехорошие. Свечи не менялись с 2014 года, на дворе 2021. Вот, им как бы, блять, уже просто со временем может быть хуёво. R32, потому что мотор от Nissan R32. Жестко. То есть 5 до сотни. Ну, я бы не сказал, что это прям жестко. Блять, дизельная бэха едет, ебать. 7 до сотки, у нее 190 лошадей, 2 литра, блять. Блять. Моя песенка спета. Ебать, Вакек, ну просто пиздец, гений, актер. Это, блядь, пиздец. Так, ебать, поехали, наведем суеты, блядь. Приехали. Я тоже навел суеты. Ладно, Вакек, в принципе, с тобой на одном уровне, блядь, сегодня по актерскому мастерству, блядь. Так что нормально, можно жить. Можно работать дальше. Сейчас Квиндаша минуснёт двоих. Что он делает? Блядь, чел, что ты делаешь? Чел, что ты делаешь? У тебя, блядь, двое челов под насрут тебе. Блядь, ты такой хейтер, Квиндаша, нахуй. Виндаша, зачем ты это делаешь, блядь? Бля, с кайфом пописил, да? Вообще, просто пиздец. То, что нужно было. Это странно.
Ну все, Квиндашечка. Отдыхаешь? На. Так, ну и что же мне сделать, чтобы выиграть эту игру? Спросите вы, дорогие друзья. Я понятия не имею, что мне делать. Ну нет, в принципе, я имею понятие, что мне делать. Но мне нужно купить. Нет, мне не нужно покупать. Мне нужно слетать раз. Два. Три. У меня есть 60 монет. И купить авиаудар. Блять, супер овцой я не попаду. Ёбаный рот. Давай авиаудар, похуй. Стоп, стоп. У меня есть еще 20 секунд. Возможно, ошибка мне еще будет прощена. Давай! Так, один... Блядь, 3 хп, сука, осталось. Я в шоке, я в шоке. Я просто шокирован этим контентом. Блять, ну почему? Пиздец. Ладно. Сука! Вакек в итоге выиграл. Невероятно. Можете посмотреть, какую мы игру можем поиграть. Конечно, в Perfect World, старик, блядь. Что, я зря его рекламирую. Установил, ебать, идеальный мир. С кайфом, блядь, установил. Мне еще полезное сделал. Стал хорошим человечком. Забрал еще и подарки на старте игры. И пошел играть там. Там есть кошка девочки. И фури мальчики. Коты, волки там. Ну, все, что вы любите. Да, то, что нужно. Кошка-мальчики? Нет, там нету их. Там есть, там такие, типа, мальчики-коты. Зооморфы. Они танками, типа, играются. Секунду. Играл ли ты в БДО? Нет, не играл. Что это такое? Бля, бадас. Бля, ну надо... Надо, сука, этого Квиндаша, блядь, отправлять на дно. Black Desert? А, не играл. 10 августа поздравляет
Третье последнего месяца лета въебано. Да, так а в чем въебано, типа, она простримлена. Вот, разве это можно сказать, что въебано? Да. Бля, ну все, Квиндаш, типа, это война, бля, я тебя сейчас буду только вкусить. Или это заебалка, тоже снег. Бля, нахуй не нужен этот снег, если честно. Меня все фокусят, мне не привыкать. Так ты, блядь, сам войну развязываешь, заебал ты. На двух побед, да. У нас есть победа у желтого, есть победа у зеленого, блядь. Но у Квиндаши победы здесь, кстати, не будет. Ой, не зеленого, у синего победа есть. Так. О, челы, блядь. Блядь, ну не хотел. Актерище конкретные пацаны, что-то я не готов был сегодня к червям. Я вообще, если честно, устал, типа, у меня еще остаточная болезнь присутствует. Вот, мне хочется уже лечь в кровать, потому что у меня нос что-то закладывает. Ой-ой-ой-ой. Пойду-ка я, наверное, сейчас я доиграю и пойду отдыхать. Уа! Заебал, блять, Вакеку вечно везет, а мне вот нет. Ну как, точнее, я сам актерю. Сейчас вот на карте нету ни одного ящика. А нет, есть один ящик. Даже два.
Yes, минус 2. Уху! Водычка пошла. Мой ход. Вот этих вот... Бля, что тут? Ебать, я мог собрать 3, блять. Но я 3 соберу, кстати. Полетели. Найс. Ну, Даша, помнишь, что я тебе сказал, блять? Я тебе, сука, покоя не дам. Ты у меня будешь страдать. Ой, бля, нихуя себе. Улетел что-то я. Немножечко. Привет, Барсарт. Здорово. Как дела? Бля, ну, старичочек. Квиндаш, я хочу твой комментарий. КСМ это. А мне не привет, почему, Керстер? Ты же давно тут сидишь. Здорово. Ты же давно здесь. Один отдыхаешь здесь или с кем? А кто ходит? Желтый ходит, а он что-то встал. Я отходил. Че комментирует всю игру, не нашел, он уже фокусит меня. Чел. Никто тебя не фокусит. Радос, спасибо огромное за рейд. Ребята, здорово всем. Но мы тоже скоро будем заканчивать. Здорово, парни. Привет, привет, привет. Еще раз привет. Как дела? Я сегодня всю банду перерейдил. Ну ты молодец, конечно. Рейдер с почетом. Терентий вот отказался играть червей. Радос в червей не играет. Терентий играл в Genshin Impact. Классная игра вообще. Отлично. Здорово, BS32. Привет, Патрик из СПБ. Патрик 69 СПБ. Yeah. Road Dance Revolution. На. Блядь, надо срочно уводить нижнего червя оттуда. Срочно. Я надеюсь, я смогу это сделать. По таймингу. Да, у меня есть 40 монет. Сейчас будет еще больше. Блядь, ты что? А у меня не включился вовремя этот... У меня не включился вовремя этот... Ну вы поняли, джетпак. Бля, я уже просто устал. Я с
рандомичами, рандомичами, квиндашами всякими, пакеками. Кто успел, тот и съел, типа, я там, мне все равно с кем было играть. Увел Бадаса в могилу, точно. Ладно, у меня еще есть Егорчик, типа, он всегда был скрытый сын в нашей семье. Поэтому вся надежда всегда есть на него. Пошли в рыбалку? Я устал, я целый день сегодня стримлю уже. Я после болезни, я же после коронавируса. Я устал. Блять, сейчас, сука, ну, это пиздец. Это пиздец, чел. Или подожди, или он Квиндаш решит хейтить. Что он задумал? Серёха скатился, свое аниме и вот эти смотрит, мужские игры не играет, пошли в рыбалку. Я же это прочитал. Чего вы взяли, что Серёха скатился? Он просто играет то, что хочет душа. Ну вот бы Терентьев станцию еще поиграл бы. Было бы здорово. Троса нету? Трос-то есть. Вроде как. Я не знаю, почему он не дотянулся. Доброй ночи, СП был, ебать, Эдж, ты пропустил сегодня такое СП, ты просто шок. Откладывать Андрей в VR очень круто, особенно когда на приборке поставил стрим и смотришь, пока едешь. И да, слева их намного круче, чем на автомате. Да, конечно. Постоянно переключаешься, чувствуешь хоть какой-то увлекательный геймплей. Ой-ой-ой. Неприятно. Кстати, называй меня просто БС. Ич просто хуел, дал мне зарегать 2 символики. Понятно, БС. Я понял, БС. Вот надо мне теперь туда перелететь. Я не хочу рисковать, поэтому в пизду. Я лучше пролечу. Ну, вакек, ебать. Хоронись. У меня есть 50 монет. А что есть у тебя? Там вроде на Enter надо нажимать, да, чтобы сбросить, да. Уии! Хорошо. Звоня просто кис-кис, чуть на зарега 2 символа. Бля, называйте просто меня разрыватель анальных колец. Просто мне так нравится. Как кого еще называть? Сейчас мы определимся. И начнем называть друг друга своими именами. Dungeon Master. Понял, хорошо, Dungeon Master. Чантоном. Чантоном. Кот Фэткок? Называй меня тихо по имени. Неплохо. Называй меня Валерка, 19 сантиметров. Ну, нихуя себе Валерий у вас, блядь, причиндал. Это ключ такой здоровый, да?
Да-да, трубу крутить. Трехчетвертную. Живи, прошу тебя, живи, блядь! Это пиздец. О, все, игра, можно сказать, закончилась. Для меня. Сука, нах. Даня, перфоратор. Ключом, ключ, которым крутят трубы, называется Халил. И он имеет, знаете как? Он вот так, типа. Вот так вот он защелкивается. Зажимается и крутится. Халил. Да, Халил. Не знаю, почему так называют. Мы крутили на работе трубы. Зубенко Михаил Петрович. Мы таким ключом крутили. Бля, вот Грега вроде играет лучше, чем Вакек, блять. Вакек просто в прошлой катке выиграл вообще рандомно. У нас его называют газовый. Нет, Халил это другое. Газовый есть газовый. Газовый это когда вот с резьбой такой, типа ты резьбу поджимаешь и затягиваешь. А Халил есть Халил. Покажи ключ. Бля, я не знаю, просто даже если гуглануть. Да вы можете загуглить ключ Халил, типа. И вы найдете. Он называется ключ Халилова. Вы поймете, про что я говорю. Вопрос, каким инструментом нравится больше работать? Болгарка, пила или перфоратор? Ебать, если честно, вообще никаким. Не люблю, блядь, работать инструментами. А что ты сделал? А что ты мог сделать? И что ты сделаешь? Ничего? Он тебя убьет сейчас? Блять, что это за два сальта были? Может, Халяль? Нет, Халил. Как бы ключ Халилова вообще правильно. Бля, пока Квиндаша просто сидит, ему вообще насрать. Все его игнорируют. Всем похуй на Квиндаша. Ебать, там 4 сундучка. Зачем тебе этот инструмент, ты чел? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Загугли Халил и открой картинки. Бля, Халил. Ебать его в рот. Да-да. Загуглите, сами поймете. Мне болгарка перфоратором кахнул на лопаются толстенные корундовые доски. Бля, чел. Потом шрапнель в области 5 метров перфоратор, когда металл в деталях отверстия делаешь. Он перегревается и жестается как пиздец. Жестко. Жестко, да, это жестко. Нахуй ТБ, кстати, даже без очков работаю. В смысле, как это ТБ? ТБ всегда надо соблюдать. Она же, блядь, для чего-то была придумана техника безопасности. Что ты не пострадал? Я устал, босс. Муня, кем ты работаешь? Ебать, я уволился, чел. 6 августа не работаю официально. Безработный. Я работал нефтяником, оператором по добыче нефти и газа. Теперь я нефтяник с высшим образованием, без работы. Как если мне вдруг станет херово, да, там, мне станет мало денег со стримов, очень. Я всегда могу вернуться на работу. Я живу в Усинске, вот. Правда, мне придется здесь жить еще очень долго. И работать в каком-нибудь офисе.
Есть ли техника безопасности у стримеров? Слушай, ну, наверное, ты знаешь, что не говорит запрещенку. Зальется? Залил. Нет, не залился. DMCA, да. DMCA и слова. Ну, слова это дисциплина. Ой, получилось у него это сделать. Дисциплинировался и все. Блять, да зафокусите вы Квиндашу, ебаный в рот, он же сейчас выиграет, блять. Это пиздец. Я после этой ливаю, кстати, пацаны. Я думал, кто-то из вас выиграет. Я пойду отдыхать уже. Я заебался, ебать, как сильно. Хотя... Если сейчас Вакек полетит, заберет все сундучки, и у него будет какая-нибудь бита, блять. А нет, даже если у него будет бита, он ничего не сможет сделать. Ну, это нужно прям правее давать, типа. Да, вот именно туда, это идеально. Охуеть! Ну ладно, Вакек выиграл эту игру, честно, блядь. Я не в губке не учился, я учился у нас в ГТУ. Ухтинский государственный технический университет. Ладно, парни, спасибо вам за игру огромное.